перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Салют, чуваки. Так. Салют, чуваки. Там 108 человек. Обрезать можно? Спасибо, чуваки, за то, что ты отдал. Андрей, когда был реально будет? Когда будет, тогда будет. Все я расскажу потом. Все, скоро клип готовится. Когда кушаешь? Стоп, стоп, блядь. Смотрите, блин. Вот это стиль. Зенитовский пилин. Вот это стиль, блядь. Вот, да, чего я. Трек «История» — это мой трек, который okay. когда-нибудь выйдет, короче. Чуваки, а есть что-нибудь? Вопросы не принимаются. Что-нибудь другое. Я же сказал, все будет в Инстаграме. Скоро все узнаете. Обязательно подарю. Кстати, готовлю пару треков, синглы. Так что ждите. Там будет пиздец разъеб. Салют, бро, Денис. Бля, давай другой трек. Бля, концерт в Нижнем был охуенный. Потом концерт... Перец не ешь. В Екатеринбурге был охуенный. Концерт в Казани был охуенный. Перец, да везде перец. Были, короче, охуенные концерты, чуваки. Перец не ешь. Не, я хочу. Перец не надо есть. Я сказал, не ешь перец. Ну ладно, все, тихо. Реально съел весь пирож. Концерт в Ижевске тоже был охуенный, чуваки. Бля, давай не этот трек, блядь, давай без... всякую хуйню, вырви русскую, пожалуйста. Все, я понял. Я сейчас вырву, бля. Вот это точно, Ваня. За ручку. Не русскую, да? За вот, ручку, заебись. За ручку, пожалуйста. Бля, не, я не в общаге, я хуй знает, я в какой-то хате. Но мне здесь, короче... Это в центре города. Да, в центре города, все же. Элитные апартаменты в центре города. Меня угощают здесь просто. Все возможно. Возможно, и будет когда-нибудь еще. Началась там? Как-нибудь попробуем. Бля, пацаны, тут пиздец. И девочки, и все. Да, чуваки, кстати, возможно, я 4 ноября... А, нет, 14 ноября буду в Самаре. Снова там будет мастерский турнир по боксу. Но я еще нихуя не готовился. Может, сейчас подготовлюсь немного. Бля, ебать немного. Уже нормально, пизда. Я сам не знаю, что за трек. Чуваки, просто... Вдруг отменим просто включают. Не, вообще все охуенно, чуваки, давайте разъебывайте. Разъебывайте на концерт. В Уфу я приеду, короче. Когда-нибудь я приеду. Я, короче, тут сидят люди, я им сказал, всем тихо. Я снимаю прямой эфир. Они молчат. Они меня слышат. Мы молчим. Короче. Ждите главные треки, они все будут совсем скоро. Мы разъебем. Все, может, полностью. Да, да. Нет, может, на фоне я не знаю, что играет. Да, я напишу скоро. Бля, я ему говорю норм музон включить, он сейчас трил пила включает. Нет, тут норм музон, ничего не спорю, но... Просто сейчас не хочу. Они вообще попутали, что ли? Бля... Нормальная музыка. Нормальная музыка, не спорю. Моя тату обозначает, короче, смотрите сюда. Увидите? Это тигр. Вот, блять, как снять, сука. Вот, короче, тигр.
Вот, тигр. Я год тигра. Я сам тигр. 10. Так что вот почему тигр. Вот татуировка из-за этого. Вот так вот. В Украину, надеюсь, весной приеду к вам. Я вообще-то не думала, что мы с тобой будем. Бро, ну ладно. Нормально все. Будет фит с флешем. Да я не знаю, я даже не знаю его. Вкусно? Да. Официанточки подрабатывала. Извините, я помыла тебе посуду. Да, кстати, я боюсь летать на самолетах. Но я уже, короче, эту фобию убиваю. Ну, ладно. Я не знаю, где я сижу, короче. Дома у кого-то. Я не пойму, я читаю. Ты угораешь. Короче, давайте всем счастливо, чуваки. Я обязательно скоро будут треки.